А что советовать? Ну, высказывают мнение. Если они считают, что они правы, пускай выскажут свое мнение. В конечном итоге всегда должно, наверное, общение происходить в диалоге. Понятно, что когда оппонент другого начинает посылать на три буквы и просит его там что-то пососать леденец или еще что-то в этом роде, ну, мне кажется, ну, это не культурно с человека, культурного человека, да? Да, может быть, неформальный, резок, но он дает отчет своим словам. Значит, он это получает в ответ от тех недовольных людей, кто с этим не согласен или согласна. Есть всегда причины и следствия. Есть плохие мысли, есть хорошие мысли. В жизни также за какие-то свои поступки на протяжении какого-то времени мы получаем ответку от Вселенной. Можно так сказать, сделал, тут мудрить-то не надо, сделал плохо, тебе вернется, сделал хорошо, вернется. Может быть, ты прав, может быть, не прав. Но вот сейчас совет непосредственно, ребят, ну, высказывает и высказывает. Вот прям, я не знаю, вот сейчас какая-то вот, мы боимся вот этих тонкостей. У нас должно быть или белое, или черное, потому что... А вот посередине какого-то такого не может быть, потому что мы можем принимать и такое, и такое. Я сейчас как блондинка говорю, потому что это больше на ощущениях, чем на словах. Да не надо реагировать на это. Понятно, что они публичные люди, они должны понимать, что они рассказывают. Или они работают, ну, как бы высказывают определенный момент на разжигание или на разжигание. Но, по сути, все доводы... Вот вчера мне понравилось все-таки одно высказывание, я всегда так считал. Ребята, если вы критикуете, предлагайте, что делать. Ну, если вы... Понятно, что ни одна война, тем более ни одна война разведок никогда чистыми не были. Всегда есть какие-то подноготные. Но и, мне кажется, тот же Макаревич на все 100% не может быть уверен, что именно так и происходит, как он говорит. И также мы не можем быть уверены, что как нам говорят, так и происходит. Вот есть случай, как говорится... Бисмарк сказал, цель оправдывает средства, да? Вот, наверное, многие политические структуры, силы по этой структуре и работают. Только, вопрос только в том, кто лучше замажет.